Друзья, всем-всем-всем привет! Разобрали мы башкирский трактор, почти разобрали. Вот что от него осталось. Осталось у него мосты снять, трубу шарнира и на мойку. Дальше уже разбирать мосты, смотреть переднюю-заднюю полураму. И уже делать узловой ремонт. А рядом это у нас четвертый трактор Кировец К700 на доработке. Осталось последние штрихи. Окончательно по электрике добить. Фен сухой установили уже на него. Противооткатные упоры, башмаки. Боковушки нужно сделать. По салону. После электрики уже окончательно работу будем завершать. Вот он, сухой фен. Планар. Многие тоже писали, спрашивали, какой фен ставим. Ставим планар 40-ка М2. Еще будет, уже все поставили, видеорегистратор, прикуриватель, управление феном, еще вентилятор надо будет ставить. Проводку под вентилятор вытянули. Проводку поставим, все будет нормально. И уже окончательно по салону будем работу завершать. Так. Тут уже все в порядке. Все сделано. И трактор уже будет готов. Получается, у нас сейчас готовых, прямо у нас на базе три трактора, один забрали. Еще в цеху у нас уже на стадии готовности пятый трактор. Сейчас в новый цех, в старый цех, в сборочный цех, в общем, пойдем. Пройдем, я вам все расскажу, покажу. Тут у нас конструктор работал. Размеры все сняли. По переднему узлу тут крылья, подкрылки, облицовка радиатора, еще нужен будет задние крылья, тумбу, капот. Ну, пока еще работы дофига. По лазеру пока тормознулись, времени не хватает, времени, друзья. Ну, еще один лазер ждем. Второй лазер уже сами не будем запускать. Уже именно поставщик будет сам вводить в эксплуатацию. Ну, давайте пройдемте в новый. В сборочный цех. Новый у нас вот этот цех. И вот он у нас, друзья. Пятый трактор на стадии готовности. Тоже сразу же попутно на месте выработки делаем. Огнетушитель. Кабину установили. Кабину установили, крылья установим. Будем уже заниматься выхлопом. Воздушкой тоже. Ну, пока вот выглядит в таком состоянии. Думаю, до конца недели уже будет готов. Ну, что мы здесь, получается? Установили кабину, установили баки. Установим крылья передние,
воздухан, выхлопная с искрогасителем. Ну и все. Мелочевку добить и будет готов. Дальше. Следующий у нас 6-й трактор. Я вам говорил, до Нового года надо отдать 6 тракторов. Бампер все покрасили, контейнеры покрасили. Постамент кабины установили. Гидробак новый, распределитель гидросила тоже новое. Также комплектуем валом отбора мощности. Такой вот, как крепится, тоже просили показать. Вот у него на трубе шарнира место есть под него как раз. И сзади тоже. Также попутно сейчас комплектуем двигатель после полного капитального ремонта с новым коленвалом. РПН капремонт, насосы новые. Цилиндропоршневая группа здесь новая. Будет стоять новый генератор на 24 вольт. Стартер капремонт. Крылья задние установили. Капот в малярку будем отправлять. Ну, на кабину нужно еще каркас варить. Плюс еще сюда баки нужно будет замерять. Пока на данном тракторе работы дофига. Движок установим до конца недели. Обвяжем, радиатор установим, тоже обвязку сделаем. Бампер установим. Ну и уже почти готовый будет. Ну как кабина. Каркас сделаем, безопасности. Малярку отправим его. Вот закладные под каркас. Вот так вот все дело выглядит. Кстати, гильотина у нас то же самое производство, что и гибичный. Город Куланда, Каримбургская область. Ну и эта кабина у нас пойдет на трактор для Лаисовского района. Мы его с нового цеха перенесли сюда на сборку. Это который у нас частичный ремонт. Коробку установили. Полный капитальный ремонт коробки. Движок пока еще не готов. Но потихоньку сейчас тоже будем собирать. Думаю, до Нового года тоже будет готовый. Ну вот, пока на сегодня, друзья, все. Что у нас сейчас в производстве? Получается 5-й трактор. Лаисовский. И 6-й трактор. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Надо все вот это успеть. Ладно, всем пока-пока. Смотрите ролики другие, кто не смотрел, кто первый раз на канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые ролики. Жмите колокольчик. Если колокольчик нажмете, у вас, когда я выпущу видео, у вас будет выходить уже уведомление. Ну, в принципе, это пока все.